Ульяновцы смогут получить свидетельство о рождении ребенка в МФЦ. Региональный парламент одобрил закон, который возлагает некоторые полномочия ЗАГСа на указанные центры. В перечень услуг войдут государственная регистрация смерти и рождения, если последнее не производится одновременно с установлением отцовства. При этом орган записи актов гражданского состояния свои функции сохранит. Эта услуга будет для всех заявителей бесплатная. Многофункциональные центры работают у нас с 8-9 утра до 19-20 часов и в субботу. Поэтому это будет очень удобно заявителям, чтобы прийти и получить услугу в любое удобное для них время, независимо, где они проживают. Данными услугами в многофункциональных центрах можно будет воспользоваться с Нового года.